Добрый день. Пришла вот такая маленькая посылка. Это туристическая печка или конфорка, или как там, примус. Не знаю, как правильно называется. А суть не в том. Хочу сделать распаковку, показать, какого размера. Распаковывать буду вот таким новым ножом. Cold Steel. Нож справляется великолепно. Вот такая вот миниатюрная коробочка. Квадратик. Квадратик яркий, чтобы не забыть на природе, чтобы где-то в траве, если оставили. Есть у меня вот такая рулеточка, легендарная, около 20 лет рулетки. Я начал строить дом и купил эту рулетку. И вот до сих пор она живая. Хорошие воспоминания по этому поводу. Получается 9,5 на 9. 9 сантиметров, 9. А где я нашел 9,5? А вот так, высоту. Высоту 9,5, а так 9 сантиметров. Ну, посмотрим, что пришло. Ну, не так уж легко открывается. Ух ты ж. О, открылось. Заказывал вот с таким переходничком, чтобы подключать обычный баллон. Есть такие еще, не такие вот баллоны, а вот такой формы, как у противогаза, фильтрующий элемент. Они очень дорогие. Вот. Сейчас посмотрим. И вот такое чудо здесь у нас есть. Брал с ветрозащитой. Вот такая ветрозащита есть. Говорят, очень хорошо работает. Пьезоэлемент есть у нас. Посмотрим, как зажигает. Раскрывается вот так. Так. В закрытом состоянии. 7 сантиметров. 7 по диагонали. 8. Маленькая вещь, сейчас раскроем, посмотрим. Вот так, так, так. Внизу еще ножки дополнительные. Ну, раскрывается и становится не такой уж и маленькой. Так, вот этот, наверное, вот так надо сначала приоткрыть, а потом вот, во. Вот такая вот вещь получается у нас. Во. Такая даже маленькая вот посудинка нормально становится. Сейчас подключим переходник. Резиночка вот сюда, наверное, приляжет, да? Первый раз делаю, не знаю как, куда, что. Ну да. Вот так. Вот так переходник получился. Шланг прокручивается. Внутри пропускает, не пропускает, не знаю. Подключаем баллон. Баллон, баллон. Так. А баллон не подключается. А в чем причина? А, он в закрытом состоянии был. Вот так, вот так. Вот так откручу. Ага, все, пошло дело. Все. Баллон есть. Баллон подсоединили. Откручиваем. Ох ты ж. А куда шипит? Ох, о, тише, тише. Вот отсюда шипит.
сильное давление. А что она, без редуктора, что ли? Только... А ну. Ух, загорелась. Она без редуктора, по-моему. Пламя. Пламя вот есть. У-у-у. Тут огнетушитель надо. Без редуктора. Ну, не знаю, насколько будет хватать баллона. Ну, в принципе, маленький газ. Можно отрегулировать. Она напрямую идет, получается. Регулировка получается только вот этим винтом. Ну, довольно-таки маленький газ можно выставить. Вот он горит. Маленькое пламя. Еле-еле надо открывать. Еще меньше можно делать. Ну, получается, работает напрямую. Фаер-шоу устраивал я. Можно побольше. Свет надо заслонить. Ну, вот такое вот. Еще больше. Камеру бы не спалить. Ну, это термоядерная прям. Это вот очень быстро, если что-то надо закипятить. В принципе, работает отлично. И маленькое пламя, и большое. Ну, еле-еле надо открывать. В принципе, все работает. Вот так. Подписывайтесь, ставьте лайки. Интересная вещица. Но, скорее всего, все сделано напрямую. Все сделано напрямую. Вот. Вот отсюда идет подача сразу. Аж слышится звук, как турбина. Не знаю. Стоит недорого. Посмотрим. Будет выезд на природу. Могу снять еще на природе, как она греет. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки.